для родителей полезные советы всякие? Да, я поняла. Это да. Она мне что-то хочет сказать. Она мне подает сигналы. Если я их сейчас не распознаю, она начнет деструктивно себя вести. Кажется, она голодная просто-напросто. Наблюдай за ней. Я уже наблюдаю. Высокий уровень интеллекта, это я вижу по ее глазам. Но при этом она опасна и агрессивна. Ее нужно сюда. Сажай. Она хочет тебя укусить. Сажай ее сюда. Скорее ее сажай сюда, она меня укусит сейчас. Как дети, которые кусают своих родителей. Да, она вот сейчас уже разогналась. Смотри, сейчас как укусит. Сажай ее скорее сюда, ее надо крутить. Нет, ты должна удовлетворить ее потребность в информации. В информации? Я ей ни слова не скажу. Сенсорная интеграция чины. Да. Но он, у нее уже смешливый такой взгляд. Видишь, ей подействовало. Тут фишка-то в чем? Вот она смотрит на меня агрессивно, и я понимаю, что она хочет. Она хочет, чтобы я ее покружила. Я ее покружила и смотрю, он сначала довольно хлюпает. Значит, все хорошо. Значит, я попала. А вот давай проведем эксперимент. Сейчас вот она... О, видишь, как я хорошо. О, блин. Подняла лапки. Как мне нравится. Но вообще тем, кто кусается, еще очень нужно... Давай проведем еще один эксперимент. Ее нужно под одеяло засунуть. Вот, видишь, она тут... Ей почему здесь хорошо? Во-первых, она кружится. А во-вторых, она ощущает границы, тут есть стеночки. Она на самом деле просто вот так вот чувствует себя небезопасно. Это слишком большое для нее пространство. И поэтому она сейчас и на тебя тоже агрессивно смотрит. О, видишь как? Тоже сейчас тебя съест, видишь? А такой сюда помещает? Давай, помещаешь? Приглашай на вебинар людей уже. Приходите на вебинар. В четверг будет вебинар на тему, которая очень-очень актуальна для большинства родителей. Я не знаю ни одного родителя, который не столкнулся с этим вопросом, вопросом границ со своими детьми. И в четверг мы будем разбирать эту тему. Я хочу вам рассказать о том, как мы можем помогать ребенку, устанавливая границы, и как мы можем ему мешать его развитию, устанавливая границы. Есть плюсы и минусы, это как два разных полюса, но в то же время мы про одно. Нам наша задача, ну, я как всегда, найти золотую середину. Так что приходите и будьте готовы к тому, что я буду вас активно тоже включать в процесс и задавать вам вопросы, давать тут же задания, так что сразу берите на вебинар с собой бумагу, карандаш. И уже можно начинать наблюдать за своими детьми, в какие моменты они хотят, чтобы вы поставили им границу. И в какие моменты вам хочется их ограничивать. Можно уже начинать писать.